Так, ну и как я обещал, сейчас поменяю колодки. Съездил на базарчик, купил вот такие колодки. Вот такая коробка блатная. Да, блатная коробка. Не просто так. Ну, какая сделанная. Датчики оригинальные и вот такие вот колодочки Тракман. Сейчас я их поставлю, поменяю. Антискрипная пластина есть. Такая шершавенькая. Вот они. Вот такие вот красавцы. Так, вытаскиваем этот фуфел. Погода портится, что-то дождь опять какой-то мелкий заморосил, как бы опять снега не было. Задолбал снег, вот только начало все таять, чуть-чуть вон снега осталось, снова пойдет снег. Вот такая колодка. Такая же, да, такая же по креплениям. Так, наверное, мне сейчас придется снять диск, немного его подровнять. Бортики вот эти вот снять. Чтоб колодка лучше ложилась. Прилегала к диску. Ладно, сейчас сниму скобу и диск сниму и болгарка, короче, сточу бортики. Так, все, ребята, дождь начинается, сильный уже, наверное, со снегом будет. Вот так немного, короче, вот бортик сточил, бороздочку здесь. Бороздочку здесь. Ну все, в общем-то, втыкаем колодки. Скоба стоит. Скоба стоит. И втыкаем. Вот одну. Одну вложили. И вторую точно так же. Все, противоскрипные пластины стоят. Ну, вот так, короче. Так, все, суппорт накидываем. Здесь ключиком через болт одеваем. Так, вот там датчик воткнули в колодку одной бабушечкой в сторону
тормозного диска. Вот одна плоская сторона, одна вот такая с бабушечкой. Вот эту бабушечку к тормозному диску вон, вот так воткнули. И, собственно говоря, здесь этот датчик сейчас втыкаем вот в эту клемму. Так, вот такие штучки, заглушечки сюда не забываем одеть. Вот так, раз. И вторую сюда. Вот так, раз, все, готово. Вот, сейчас надо педаль тормоза качнуть, чтобы поршенек поджал колодку. И можно смело уже ставить колесо на место. Вот, сейчас вот поршеньки вышли, поджали колодочку к тормозному диску. Вот и все, и нормалек. Ну вот и все, парни. Здесь с тормозами закончил. Вот, сейчас ставлю колесо. И на этом пока забуду. Дождь идет конкретно уже. Вот. Наверное, снег тоже пойдет. Ну вот, на этом все. Закончил с тормозами. Новые колодки поставил. И немножечко еще снял канавки, буртики с тормозного диска. Так, чтобы более поплотнее прижались новые колодки к тормозному диску. Все, на этом все, пацаны. Давайте до следующих видосов. Не ломайтесь. А если ломаетесь, то ремонтируйтесь грамотно. Пока.